В рамках акции «Мы вместе» Карельский региональный центр молодежи организовал экскурсию для семей мобилизованных в визит-центр Водлазерского национального парка. Гостям рассказали об особенностях природы северо-запада, а также открыли тайны лесов, болот и озер. В рамках этой акции мы это проводим мероприятие уже не первый раз. До этого мы выезжали, вывозили семьи в заповедник Кивач дважды. Там были семьи из разных районов Республики Карелия. Основная цель акции – это экологическое просвещение, образование и организация разнообразного досуга для родных военнослужащих. Центр молодежи продолжает искать организации, которые готовы сделать доброе дело и бесплатно провести экскурсии или мастер-классы. На очереди поход в центр Шунгита.